Первые состязания в лыжном беге на скорость состоялись в Норвегии в 1767 году. Затем подобные соревнования начали проводиться в Швеции и Финляндии. Позже увлечение гонками возникло в Центральной Европе, а к началу 20 века во многих странах Европы уже появились национальные клубы лыжных гонок. Во всем мире лыжи стали одним из самых популярных видов зимнего спорта. Нет более демократичного, доступного, столь тесно связанного с природой и такого полезного для человека вида спорта. В особенности этого спорта, это, в общем, я говорю, это уникально, допустим, для организма. Это как работа сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, на свежем воздухе, всегда, в общем-то, как бы укрепление здоровья. Между тем, в Рязани вид спорта не самый популярный. Спортсменов воспитывают в спортшколе Олимпийского резерва «Олимпиец» под руководством Анатолия Бирюкова и в спортшколе «Вымпел». Школа подготовлена большое количество выпускников, участников, которые занимаются лыжным спортом на профессиональном уровне. Подготовлено 8 мастеров спорта, один спорта международного класса Чванов Дмитрий, который был в составе сборной России, даже отбирался на Олимпиаду в Ванкувер, но в последний момент не попал в сборную. Поэтому в настоящий момент в школе занимается 404 человека. Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» по лыжным гонкам была открыта 6 января 1982 года постановлением Рязанского областного совета профсоюзов при профсоюзном комитете Рязанского завода автоагрегатов производственного объединения ЗИЛ. Для тех, кто занимается не профессионально, а в целях укрепления здоровья или ради удовольствия, возле официальных лыжных трасс города установлены информационные щиты со схемами. Такие таблицы можно видеть в поселках Солочи и Галенчина, знаменитых своими лесными тропами, а также в мемориальном парке и лесопарке в районе торгового городка.